Встреча «Нормандской четверки» в Астане состоится в конце января. Об этом стало известно после телефонной беседы президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и Украины Петра Порошенко. Инициатором звонка выступил президент Украины. Главы государств обсудили текущую ситуацию и вопросы сотрудничества. Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время состоятся встречи глав министерств иностранных дел «Нормандской четверки» и контактной группы по кризису в Восточной Украине, где будет вырабатываться проект документа для обсуждения в Астане.